Добрый день, Загреб. Всем желаю такого же мирного неба над головой, как сегодня у нас оно здесь. Добрый день, дорогие наши друзья. Наш выпуск сегодняшнего видео мы хотели бы посвятить ситуации наших земляков в Хорватии непосредственно. Те, которые вынуждены были оставить Украину в связи с тяжелыми событиями последних дней. И, конечно же, это нормально, что люди ищут безопасность. И на сегодняшний день действительно 27 стран Евросоюза готовы принять на своей территории жителей Украины, что позволяет им не только получить, не только оставаться в ЕС на протяжении 3 лет, но и получить поддержку в плане социальных каких-то пособий, социальных льгот, к образованию, получить доступ к медицинскому обслуживанию. Ну, мы, конечно, будем говорить только о Хорватии, потому что в разных странах разные программы действуют. На сегодняшний день в Хорватской республике программ по поддержке беженцев нет. Эти программы обещают запустить, они разрабатываются, надеемся. Но на сегодняшний день, вот на 9 марта, нет таких программ. Какая вот информация у нас есть достоверная, как могут жители Украины сейчас здесь пребывать? Действительно, на сегодняшний день пересечение границы упростилось, то есть достаточно всего лишь паспорта, даже внутреннего, не обязательно загранпаспорта, чтобы приехать в Хорватию. Как приехать? Ну, очень здорово помогают земляки, особенно те, кто находится уже в Хорватии, кто имеет транспорт, кто занимается перевозками. Вот в группах в Фейсбуке вы можете найти информацию, как сюда прибыть. То есть предлагается, пожалуйста, разные маршруты. То есть с удовольствием вам помогут приехать. Я не знаю, на каких условиях, бесплатно это или платно, не могу сказать. Это вы уже звоните и узнавайте сами. Как правило, украинцы прибывают в Хорватию каким-то своим друзьям, знакомым, либо вот также в группах в Фейсбуке они обращаются за помощью. И действительно, с удовольствием им ее предоставляют, кто имеет такую возможность, да, то есть предоставляют и апартаменты, и какие-то свои дома, то есть можете также в Фейсбуке посмотреть. То есть очень активно помогают, здорово, это очень приятно. Ну что ж, на сегодняшний день граждан, приехавших с Украины в Хорватию, можно разделить на две категории. Это те, которые покинули страну после 24 февраля, то есть уже с начала тех действий, да, на Украине, и те, которые прибыли сюда ранее, да, как туристы, либо как люди, приехавшие на работу, да, например, как наша семья. Ну, давайте скажем о тех, кто после, да, это понятно, то есть нужно взять паспорт, собрать вещи, найти перевозчика и куда-то прибыть. Да, оказывает помощь Красный Крест, есть адрес, в группах также все подсказывают, но по нашим данным, что буквально социальную помощь только оказывают какую-то, могут с каким-то временным жильем помочь с трудоустройством, не с трудоустройством, а в садик ребенка, например, посодействовать, да, чтобы устроить, если детки есть, в школу, все такое. То есть нужно обратиться, нужно зарегистрироваться, но по нашим сведениям все это не быстро. Все это не быстро, но обращаться нужно. То есть там помогают. Вторая категория вот украинцев, те, которые прибыли до этих действий, в частности, это мы, наша история, возможно, и ваша. Как обстоят дела? Никаких статусов беженцев, понятно, что не положено, но есть тоже маленькие такие подвижки в этом направлении. Вот, к примеру, ситуация у тех, кто работал или работает, и, к примеру, у них заканчиваются документы на пребывание здесь. Ну, например, разрешение на работу, да. Все. Раньше, как обстояли дела, что нужно было выехать со страны, пересечь границу и уже въехать, у тебя вступает безвиз, да, 90 дней. На сегодняшний день это делать не нужно. Если у вас закончились отношения с работодателем, с ним вы не продолжаете дальше отношения и еще не нашли нового работодателя, то, это я точно знаю, потому что вчера мы были в полиции, об этом узнали, то вам буквально необходимо на следующий день, как заканчиваются ваши документы,
предоставить в полицию вот такие формы. Одна форма заполняется человеком, который предоставляет вам жилье, другая вами, прикладываются те документы, какие вы имеете, и отправляете на e-mail в полицию. И вам автоматически разрешают пребывать здесь как туристу. То есть вы как бы переходите в статус туриста, и как и раньше, вступает в действие без виз, и 90 дней вы спокойно можете здесь находиться, но без права работы. Но вы имеете право искать работу все эти 90 дней, и когда вы найдете работу, подаете уже документы к новому работодателю, ваш безвиз останавливается, и вы уже получаетесь в статусе работающего в Хорватии. Те, кто следят за нашими предыдущими видео, следили, кто смотрит нас, кто постоянно, то знаете, да, что мы сейчас участвуем в деле трудоустройства граждан Украины в Хорватии, сотрудничаем с хорватским агентством, с украинским. С украинским сейчас понятно, что сложности, но тем не менее люди обращаются. И вот уже наша вакансия на остров, есть довольно-таки много кандидатов. Ну вот сегодня мы утверждаем одну семью. Там тоже ситуация такая, что семья, муж, жена и ребенок 18 лет, не имеющий загранпаспорта, но мы подали их кандидатуры в хорватское агентство без проблем. То есть там даже, ну, наоборот, даже уже эту девочку молодую, 18-летнюю, уже ее хотят трудоустроить, то есть все идут навстречу, все очень сочувственно относятся, и кто чем может, помогает. Поэтому обращайтесь, даже, например, если вы сегодня работаете на какой-то фирме, проживаете там, а ваша семья хочет вам приехать, подходите к работодателю, просите, говорите, не молчите. Я думаю, что вам никто не откажет и всех поддержит. Главное не молчать, подходить, просить и как это, стучите, и вам будет открыто. Ну что ж, давайте подведем итог нашего небольшого разговора. То есть действительно сейчас те украинцы, которые нуждаются в помощи, могут выбирать страну. Действительно, во многих странах программы действуют, людей поддерживают, людей регистрируют, оказывают им помощь финансовую и другую. Но в Хорватии пока что это все на добровольных началах. Это все буквально благодаря землякам, благодаря нашим же украинцам, обычным гражданам, которые уже что-то знают, что-то могут. Буквально вот такая поддержка. Брат брата, да. И вы, конечно, сами решаете, как вам лучше. И если вы как бы не надеетесь на статус беженца и все-таки хотели бы самостоятельно решить вопросы, то, конечно, Хорватия прекрасная страна и для жизни. Больших заработков здесь нет, но здесь, как мы в предыдущих роликах рассказывали, вы не будете по 14 часов работать, вы будете работать в обычном режиме 8-часовом, 5 дней в неделю, иметь законные свои выходные, имейте свой отпуск через полгода работы на фирме. Поэтому только вы сами решаете, как вам лучше. Если есть какие-то вопросы, если мы что-то можем для вас узнать, пишите нам, обращайтесь. Контакты будут у нас под роликом, да. Ну и чтобы не потеряться, то, конечно, отреагируйте, поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписался. Чем можем, поможем. Спасибо за просмотр, за внимание. Ну и, конечно, скорейшего мира, мирного неба. Как было, да, всегда. Думаю, будет так и дальше. Всем пока. Бог.